Меня зовут Роман Обухов, я чемпион России по дартсу, мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата Европы. Игра зародилась в Британии 300 лет назад примерно, во времена Робин Гуда, когда лучники обрезали стрелы и начинали бросать в шкуру медведя, быка там и так далее. Сейчас правила поменялись немножко, и игра состоит в том, чтобы списать с 501 очка до нуля. Кто первый списал до нуля, причем закрылся удвоением, а удвоение — это вот внешнее кольцо на мишени, тот и победил. Для того, чтобы попасть в это удвоение, когда у тебя остается один дротик, нужна, ну, очень высокая степень концентрации. Соревнования обычно проходят в выходные, два дня. И начинаются они в 9 утра, а заканчиваются как получится, потому что они проходят по олимпийской системе. Я могу пройти в финал, тогда я могу играть и в 10 вечера, и в 11. Бывали случаи, там и в час соревнования заканчивались. За выходные, конечно, физическая усталость накапливается. Обычно за месяц до соревнований я начинаю принимать левитон форта. То есть что он дает? Он как раз меня избавляет от усталости в плане выносливости очень легко. Я спокойно переношу эти соревнования с 9 утра до 10 вечера, и у меня остается фокусироваться только вот именно на этом параметре, на концентрации. Дартсом я начал заниматься достаточно поздно, после того, как у меня получил травму в футбол. И хочу сказать, что до этого я никогда не путешествовал, не был нигде. Когда я начал заниматься дартсом, я объехал всю Россию и уже, наверное, был в 5-6 странах. Хочу сказать, что дартс — это игра друзей, игра с друзьями, дартс — игра, позволяющая обрести друзей.